Выбирай скорее. Таков был призыв организаторов благотворительной акции, брестских волонтеров и сотрудников участка по отлову и содержанию бездомных животных. Эти люди убеждены, безнадзорных котов и собак не существует. Есть только бессердечные люди. А потому цель акции банальная, но такая актуальная. Проблема стоит очень остро, потому что проблема настолько, ну, для города Бреста очень актуальна, потому что, ну, очень много бездомных животных во дворах. Ну, во-первых, безответственность людей, которые, взяв маленького котенка, потом он вырастает, и начинаются проблемы там с мечением. Вместо того, чтобы стерилизовать это животное, выбрасывают его на улицу. Таких брошенных и потерянных, рожденных на улице и покинутых предыдущими хозяевами. Около 30 хвостатых, усатых, полосатых, трехцветных и однотонных, породистых и беспородных. Старожил вольеров и только недавно увидевших свет смотрели на возможных хозяев по ту сторону клетки. В ходе акции двери вольеров отворялись и клетки становились пустыми, конечно, не так оживленно, как хотелось бы, но в результате свой новый дом нашли больше десятка животных. Объявление давно уже увидела. Ну, жалко, я всегда стараюсь что-то купить, помочь где-то что-то. Ну, и так вот понравился, сидит такой хорошенький, захотелось просто. Не планировали вообще, как бы дома есть кошечка уже одна, но вот захотелось еще одного. Сейчас у нас в мире есть молодежь, которая не очень занимается этими вопросами, но надо помогать и надо оставаться действительно милосердным. В мире много добра. Сокращение численности бездомных животных в городе возможно путем пропаганды и осуществления стерилизации. На этом особенно акцентировали внимание инициаторы мероприятия. Не заботится особо население о стерилизации собак. Это самая первая задача, которая, мне кажется, должна стоять и у государства. Потому что если не будет стерилизации, пропаганды стерилизации домашних животных, то проблема бездомных не решится никогда. Несмотря на то, что акция прошла не безрезультатно, тем не менее братьев наших меньших, которые ждут новых хозяев, в пункте отлова и содержания бездомных животных на базе Брестского мусороперерабатывающего завода осталось много. Пока у них непростая судьба, но они, как никто другой, заслужили теплый дом, полную миску с едой и своего хозяина, человека, которого они всегда узнают среди тысячи остальных.